Привет, друзья! Сегодня хочу вам продемонстрировать архивные модели комбо-усилителей караоке. Такие чемоданы из фондов радио, так сказать. Корпуса выполнены из МДФ. Неизбежный атрибут цвета музыка, но здесь она выполнена в 3D, заметьте. Красота невероятная. Но, к сожалению, она не отключается, но можно что-то придумать, либо на совсем отключить, либо вывести кнопочку на панель управления довольно богатую. Что здесь имеется, друзья? Значит, не бойтесь китайских иероглифов, все довольно просто. Это эхо микрофона, это громкость микрофона, это громкость фонограммы. Вход для микрофона проводного, вход для музыкального инструмента, да. Это зарядку втыкаете сюда, включение-выключение, слот для ТФ-карты, флешка, нумератор треков, либо радиостанции, которые здесь тоже, радиоприемник здесь есть. Bluetooth здесь, к сожалению, нету. Значит, зато здесь есть еще выход на наушники и AUX-вход, встроенный микрофон. Писать можно прямо на флешку, это кнопка записи. Можно писать с разных источников, то есть с линейного входа, с микрофона. И, скорее всего, гитару еще можно подключить, если музыкальный инструмент. Вот. Значит, в принципе, все я показал. Здесь это перемотки, пауза, стоп, воспроизведение, режимы, запись, как я уже сказал, и выбор источника. Либо это флешка, либо карта, либо радио, либо линейный вход, если штекер подключен сюда. Значит, что еще прикольного в нем есть? Кроме прекрасной цветомузыки. Значит, 6-дюймовый широкополосный динамик. И что самое удивительное, друзья, здесь есть высокочастотник отдельный. Блин, ну ладно. Он здесь находится, сбоку. Здесь очень доступный слот для литий-ионных батарей, друзья. 3 штуки по 2200 или 2 штуки по 2200. Скруточка такая неплохая. Три. Прекрасно. Прекрасно. Так, это вот так делается. Здесь фаз-инвертор есть. Вот такая вот, друзья, конструкция. В отличие от продававшихся в России, они более навороченные, скажем так. То есть это уже мини-комбики. Значит, что еще? В комплекте идет ремешок для переноски на плече. Очень удобно для тех, кто путешествует с песнями по электричкам или метро. Так, что еще? А теперь главное, одно из главных, это радиомикрофон, работающий прекрасно. Раз, два, три, друзья. Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня наша культурная программа начинается с исполнения китайской народной песни. Вот, в общем, громкость здесь довольно хорошая. Раз, два, три, четыре, пять. Качество звука ни наводок, ничего нет. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, в общем, вот так вот. Вот так выглядит микрофон, довольно неплохого качества. Питается от 2 батареек. Теперь хочу сказать о минусах. Ввиду того, что они долго лежали у нас, не знаю что да как, но в общем, в итоге. В этом аппарате есть дефект. В чем он заключается? Раз. Так, это надо выключить, а то они синхронно как-то работают. Так. Значит. Раз, два, три. Громкость есть, а теперь эхо. Раз. Начинает песочить эхо, скорее всего, дохлый конденсатор. По оценке, оба идут по оценке. Первый. Что со вторым? Все отлично, кроме косметического дефекта. Вот видите, трещина на пластике. Это накладная пластиковая панель на деревянный МДФ корпус. И, соответственно, у него вот эта вот есть трещина. Все, на этом, как говорится... А, да, еще упаковки. Упаковки очень такие невнятные и мятые. Вот такие упаковочки. То есть для подарка упаковка явно не годится. Так, кстати, хочу эхо продемонстрировать на этом аппарате. Раз, два, три. Здесь все прекрасно. Великолепно. Так, окей. Отключаю. Так, и режимы теперь. Радио. Mm-hmm.
приходите, играете, тренируетесь, и если разделить это на 12, это условно по цене фитнеса или какого-то абонемента другого вида спорта во многих гольф-клубах. Да, есть гольф. Вот так работает радио. В общем, вот такие два комбика, колоночки, караоке. Великолепно, кстати, для детей. Так что рассмотрите для приобретения. Ссылку под видео я оставлю на место, где их можно купить, заказать. Вот. Всего два аппарата, так что последнее из динозавров. Спешите, подписывайтесь на канал. До следующих видео. Ссылка под описание под видео. Пока.